Что у вас происходит? Я скручиваю коробку от помидор. Что? Если поедешь, дайте. Я тоже снимаю, давай, езжай. Давай. А ты? Так, фокус приди. Спасибо. Кримпийская деревня. Скажите что-нибудь. Что это? Видеоблог, видеоблог. Бум, бум, бум. Как это, Ярослав? Что за локация? Кавказский хребет. Кавказский хребет. Камешки, камешки, теньки. Теоретически где-то вот далеко, вот там вот. Ну вот это вот надо прямо вот так. Ничего. Даже большую какую-то фамилию. Я думаю, что надо что-то. Скинь, смотри. Поднимаемся по снежной звезде. Потом поднимаемся по снежной звезде вот еще 30. И все. Слушай, а мы смотрели, что-то большая учебная трасса. Ребят, помашите ручкой. Спасибо. Спасибо, что живой. А вниз типа, без глубоко. Зато учреждение. Мы да, типа крутые сноубордисты. Первый раз в жизни так всегда вот мечтал, так знаешь, как чуваки модные в Альпах такие катаются на подъемнике. Все, теперь мы модные. Теперь мы модные, да, ребят.
на горнолыжные курорты. Я положила борт на ногу. Из очков вообще жопа. Нормально. Я, правда, ничего не вижу. Вообще слепит. Блин, так, а далеко ехать на этом такси, ребят? 9.5 минут. О, прикольно. А пиво есть у кого? Надо было захватить. Пиво на 4460. Настя укатила. Эти вон пытаются начать ездить. И я жопой черчу тоже. Бесконечно. Обзор, это, как сказать, из первых уст. Пиздец какой-то. Особенно вот там. Вначале. Очень резко, страшно. Начало неуважительное, согласен. Минус жопа во всех, кстати, смыслах. Ярослав, вы бы скатились бы там и вернулись бы сверху снова. Что, не видно? Погоди. Очень фоточек хочу, очень красиво. Да. Мы почти съехали. Почти, да. На 11-м трамвае съезжаем, красиво, ништяк. Сзади что-то тоже там, типа, не пойми что. Нас любят теперь здесь все инструкторы, они считают, что мы жмоты. А я просто не могу встать на ноги. Не потому что, блин. Потому что пузо. Потому что пузо мешает. KFC вчера у меня было. Да, так что можно уже и в Макдональдс начать. Сейчас досками пойдем. Сейчас доска, да. Свой в доску. Макдоска. Ну, так-то красиво пешком гулять, знаете ли, за два косаря-то. Слепит, конечно, маски прям. Маски. И я такой, да не, маска, херня, так, не нужна. Так, тут просто вот поднимайся и понимаешь, что я щурюсь постоянно. Непонятно. Грибочки, что ли, все засунули? Да, с грибами. Сюда. Нельзя, чтобы не сфоткали. Вот, на северном, блин, там спокойно, там вот такой вот. Давай два бургера на фоне. Экологии, склон, да. Блин. Ни хрена никого нет. Голодных лиц. Ой, давай, какая красота. Можно в пиво запереться. Не, ну неплохо, неплохо так. Ну, безумно красиво, на самом деле. Я так высоко еще не была. Я тоже. Это сквозной, я чуть телефон не выкинул. Пинс телефон. Маши себе в будущем. Привет, я из будущего. Мне сейчас не очень хорошо. Да, кому сейчас? Сейчас всем хорошо. Да хорошо.
Вышло солнышко у нас. А в нас вошло пиво. Блин, слушай, друг, мы с тобой алкаши. Хорошо ж быть, Хэллоуин. Наши прекрасные половины, да. Они у нас спортсмены, а мы с тобой алкаши. Ну да, в данный момент они спортсмены. Ништяк тут. Вот мне кажется, самый красивый вот именно вот в этом моменте. Вот там что-то на этой вот 2000, там что-то уже как-то чисто погоня за цифрами какими-то. Ну, слушай, да, это ачивка. Но ачивки, они чисто спорт. А мы не спорт. Мы ачивочный спорт. Ништяк. День третий или четвертый? А день третий, я куда-то отпуска. И мы уже не в России. Я помню, что сын донат. У нас заграничное путешествие в Абхазии. Малыш, у него сколько? Годика два, наверное. Сейчас, наверное, уже 3-4. Между прочим, мы на лето соседи катаем. Сейчас на Гуляне там много людей, наверное, да? Ну, в такое время у нас тоже, ну, здесь. Мы возвращаемся к ведущему нашему репортажу. Галактика, где сейчас? Мы улетаем в Гагры. Пойдем на море. Я болею, блядь. Это мои пацаны, я с ними ездил. Иди сюда тоже, и тебя поглажу. Шашлычок. Фига. Типа, мой муж, мой человек теперь, забираю его. Да, все, будет моим хот-догом. Он, короче, не пускает других котов гладиться. Он говорит, он сейчас только что их такой... Он монополизировал тебя? Да. Контент. Каш-контент. Иди сюда. Рыжий, рыжий, рыжий. Поперечный, иди сюда. Сейчас будет конфликт. Ух, какой конфликт красивый. Пасть большая, боюсь. По дороге такие смотрим. Тут мостик, мостик навесной. Но он на ремонте, к сожалению. Не получилось сегодня посмотреть. Потом мы попали на кусочек горной реки. Какой ж тут воздух, ребят. Так, мы возвращаемся к ведущему нашего блога. Так, ну, пожалуйста, описаться что-нибудь внесите нам.
в репортаж. Очень классно. Воздух. Еще можно добавить, ну слушай. Добавлю. И что-то про Кашкай. Она, по-моему, всегда была холодная. Мы боялись, что сейчас весна, так как с гор течет, боялись, что лица грязная будет. Она сейчас чистая такая же? Чистая, да. Ну да, конечно, попрыгай еще на них. Хочешь пофоткать? Ну что, если что, я тебя люблю. Я вас тоже. Ну выглядит надежно. Что, кто-то 3 минуты пробежит, 3 секунды пробежит. Особенно вот эти досочки деревянные, трухлявые. Давай щепой, нормально. Ладно, главное яйца, не пёзнуться. Это... Знаешь, такое одно ломается, и ты такой бух. Тут телефон обидно, остальное это еще. Да, да. Телефон, да, остальное дешевле, да. Плюс-минус. А-а-а. На УАЗике здесь. Ну, я бы, конечно, не рискнул. Ну, на этом. Нет, глубоковато. Да, мне кажется, прекрасная фотография выйдет. Что-то дошло. Комментарии, пожалуйста, для нашего блога будущего. Я бескомментариевый. Подлетать вот здесь пониже. Угу. Держись крепко и телефон к груди прижимай. В конце будет толчок. Над головой ничего не трогай. Хорошо. Ноги вперед вытягивай. Готов? Да, готов. Так. Вступающий контент. Очень вкусный хлеб. Mm-hmm. Вкусное вино. Mm-hmm. Обзор сыра можете еще добавить. Очень вкусный сыр. Вот так. Чиркусакота. Был бы спортивный, я бы тут полазил. Так, эта скала что-то подозревает. Да-да-да-да-да. И ты тоже что-то смотри, подозреваешь. Смотри, что у меня есть. Ты что-то подливаешь? Меня подозревать в подливании. Нужно быть осторожным. Вот эта девушка там оступилась и упала вниз. Так что здесь не просто красиво, но еще и страшно красиво. Мы были. Да, мы уже были. Мы в первый раз.
То есть нам интересно узнать, как она образовалась. Да, конечно, конечно. Я представляю, я вам расскажу. Да, конечно. И начну с того, что мы с вами сейчас находимся на высоте 950 метров. Сейчас она речушка, а когда здесь озеро поднимется, там такой поток, что она просто... Вот, когда вот это вот все начнет таять. Да, жирные пальчики. Кто-нибудь что-нибудь хочет сказать сюда? Не хочет. Хорошо, это было хорошо. Все очень хорошо. А у тебя? Это как магия Дэвида Блейна. О нет, он выпучил глаза, Дэвид, хватит, не знаю. Ноги? Фак мой мозг. В рот мне ноги. Фак мой мозг, Дэвид Блейн, что за херня? Нет, не хочу. В смысле? Какая фамилия? Чё-чё? Куликова. Я подумаю, подожди, я не сказал окончательное да. Так, версия зрителей. У меня есть еще фамилия. У обоих классная фамилия. Нет, вставай, не надо. Клевые. Так, ну следующая красота получается. Пощелю. Корова мясо. Корова мясо не ест. Же. Они соль ищут. Соль ищут? Да. Они любят это соль. Прибежали, блин. Слушай, они прям не вот не российская корова. Вот та российская корова. Это поперечные все. С колокольчиком. Mortal Kombat. Минус 20 хп слева. Зря это озвучиваю, да, ребят, извините. Панорама, как будто какой-то клип снимает. Очень круто. Мох тут, конечно, растет везде со всех сторон. Все мы поймем. Дай бог, чтобы всегда было все хорошо. Мне очень приятно было с вами посидеть, пообщаться, поездить. Взаимно. Да, вот сегодня вот мы, очень да, познакомились, пообщались. Я его знаю лет 20. Он мой младший брат. А вы тоже мои. В общем, да. Мы маленькие. Дай бог, чтобы поменьше. У вас всегда было все. Дай бог, чтобы это наше общение никогда не терялось. Я так хочу, я не знаю, как вы. Да. Мы согласны. Да. И все. И пьем до дна. Ой, до дна, это, конечно, смело. Ну, надо допить.
Нормально. А он до этого вот где-то вот пил, вот по похмелью ходил, в общем, похмелился. И не попались, в общем. И удачно. Да, удачно. Они в шоке. Такой, говорит, друг. В мире не бывает, как у вас, что творится. Я из Абхазии. Мы приехали из Абхазии. И путаешь крышки между большой и маленькой бутылкой. Успех. Я даже слышу, как они кричат отсюда, на американских горках. Снова я напиваю.
Чувствуется, как 20, говорили же. День рождения? День рождения. Здесь опять какие-то бухают люди, мы их никак выгнать не можем, они постоянно у нас сидят и бухают. Охуительный диван. Который разваливается. Топовый, который разваливается. Пожалуйста, продемонстрируйте нам на все. Красиво. На свой, да? Нам проще вам отошли. Что тут происходит? Мы пытаемся отправить Абхаз Кривина в Питер.